В России стартовала вакцинация против гриппа. Как сообщили «Известия» в Роспотребнадзоре, первый удар вирус нанесет уже в середине осени. В связи с чем медики советуют заранее подготовиться. Москвичи уже сейчас могут получить вакцину, причем абсолютно бесплатно. Для этого даже не обязательно идти в поликлинику. Противопрививочные пункты открыты в торговых центрах на станциях метро и МЦК. К кампании против гриппа присоединились и другие регионы. Одним из первых прививки стали делать жителям Удмуртии. Через пару дней плановую вакцинацию начнут в Приморском крае. В минувшем году заболеваемость гриппом в России упала почти вдвое, а прививки сделали около 50% населения страны. Сразу двух российских вратарей признали лучшими в НХЛ. Сергей Бобровский.